Вот скажу вам, что я считаю. Я считаю, что Ленин, безумно зависимый от марксистских идей, безумно ориентированный на западную социал-демократию, такую революционную, на все что угодно, так сказать, безумно погруженный в разного рода вот эти западные контексты, он на самом деле был самостоятельным, почвенным политическим мыслителем. Очень самостоятельным. Он им не хотел быть, он им был. Он в это не кокетничал, в это не играл. Он им был. А Бердяев и другие – это, по сути, немецкие профессора, говорящие о почвенности русской. На языке Шеллинга, Шлегеля и других немецких идеалистических философов, которых они прекрасно знают, великолепно. И вот на этом языке они пытаются, так сказать, изображать, ну, такую вот самобытность, да? А Ленин ничего не изображает. В нем вот прет некое нутро, внутреннее, безумно русское, да? Со всеми за и против. А ему плевать, оно настолько из него прет, что ему не надо думать, прет оно, не прет. Он не играет в это. А у Бердяева вот этого нутра нет, все есть. Ум есть, изящество есть, наблюдательность есть. А нутра этой самости нету. Так что с этими вехами...